Силу и ловкость показали взрослые и дети. Профсоюзы Якутии определили самую спортивную молодую семью республики. Сегодня во Дворце спорта состоялся финал республиканского спортивного конкурса «Мама, папа и я. Спортивная семья». Подробнее о том, как прошли соревнования, расскажет Сергылана Федорова. На соревнованиях силу, быстроту, сплоченность показали 20 семейных команд из разных районов республики и города Якутска. Все они победители отборочных соревнований. За звание самой спортивной семьи участники боролись, преодолев 7 эстафет. Среди команд были как новички, так и уже опытные спортсмены. Конкурс проводится именно Федерацией профсоюза с 2013 года. А так до этого он проходил в отраслях по отдельности. В зале царит атмосфера семейного праздника. Семьям предстоит выполнить непростые упражнения, которые требуют определенной сноровки. Перед стартом команды, как и положено спортсменам, разминаются. На всех этапах участникам потребовалась ловкость и скорость. Также они показали умение работать в команде. Для нас, в принципе, ничего не сложно. Настрой только на победу. Вперед и вперед. С трибун каждую команду поддерживали болельщики. Они смогли повлиять на конечные результаты конкурса, так как по новым правилам судьи выставляли дополнительные баллы за лучших болельщиков. В соревнованиях участвовало много новичков. И это неудивительно, ведь главный критерий к участникам – это возрастные ограничения. Возраст родителей не должен превышать 35 лет, а возраст детей должен быть от 6 до 8 лет. В результате напряженной борьбы победу одержала семья Николаевых из Амги, которая представляет профсоюз работников народного образования. Участники получили не только пользу, собственно, от спорта, но и подарили друг другу радость семейного общения. Ведь семья и спорт – одни из главных ценностей современной жизни. Сергылана Федорова, Семен Афанасьев.